Что такое День Победы? Это песня за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом. В музее-мемориале Великой Отечественной войны Национального музея Республики Татарстан прошло торжественное награждение победителей Республиканского детского гражданско-патриотического конкурса исследовательских работ «Моя семья и наша победа», в рамках которого состоялось выступление детского театра КФУ «Радуга», который был создан в сентябре прошлого года. Сегодня, 12 мая, мы показываем спектакль детского театра «Радуга. Мы патриоты своего Отечества». Это спектакль о Великой Отечественной войне, о подвиге нашего народа в годы Великой войны и также о подвиге преподавателей Казанского университета, которые пошли добровольцами на фронт. Дети дошкольного возраста вместе с учениками начальных классов представили литературно-музыкальный спектакль «Мы патриоты своего Отечества», исполнив песни и стихи военных лет. Наш спектакль, он о Великой Отечественной войне. Там будет много сценок, всяких песен и танцев. Мы готовились хорошо. Лера Ахтямовна подготавливала нас к спектаклю. Во время своего выступления дети держали в руках фотографии великих деятелей науки и преподавателей Казанского университета, которые сражались за нашу Родину. Все артисты и студенты-волонтеры Института психологии и образования КФУ были награждены благодарственными письмами руководителя татар-мультфильма. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз.